приятного времяпрепровождения. С вами, как всегда, козел альпийский. Звери вышли есть траву, пошли вот сюда. Они редко, как правило, ходят по этому маршруту. Как правило, бегут вот туда, в поле далеко. Сегодня пошли почему-то вот сюда. Не знаю зачем. Погода очень меняется. Небо серое такое, ничего нету, никакого просвета. Звери сейчас они предварительно наелись сена, причем так хорошо сена наелись. И сейчас они, видите, вот в основном пошли гулять. То есть они сейчас вот не все едят. Кто-то так пощипывает просто траву, кто-то просто гуляет. Да, здесь очень много прошлогодней всякой зелени. Они ее едят. Едят с большим удовольствием. Надо сказать, что и я тоже с большим удовольствием. Нет, не ем, я снимаю. Уже отвык я от таких съемок. Но вот потихоньку я втянусь, понаснимаю. О чем-то говорить. Вот, козел, смотрите, видите, он уже вволинял. То есть так он шатен, а видите, уже блондин. Уже соломенный блондин, я бы даже сказал. Но вот он шатен на самом деле. Зимой я сказал, что его сниму, но этой зимой нечего было снимать. Все, они в сарае просто просидели, никто не выходил на улицу. Тупо в сарае снимать, как они лежат, ну не знаю. Мне это не очень интересно. Я знаю, что есть люди, которые очень любят смотреть именно как сарай устроен, как устроено содержание. Может, я как-нибудь дорасту до этого, не знаю. Может быть, не дорасту. Посмотрим. Но вот я лучше поснимаю, как они ходят и траву едят. Чем больше я таких роликов сделаю, тем лучше и моим зрителям, и мне. Я сам иногда, очень редко, там, может, раз в месяц, может, еще реже даже, но я иногда пересматриваю старые свои ролики. И очень приятно, потому что в основном звери-то в хозяйстве меняются очень быстро. Как правило, 2-3 года, и животное, оно превращается в прибыль, а козлы превращаются в продукцию. Ну или тоже в прибыль, в зависимости от того, что сейчас нужно на данный момент. И приятно посмотреть на то, каким было твое стадо несколько лет назад. А на сегодня все. С вами был Козел Альпийский. До новых встреч. Всем пока.